Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами фитнес-блогеры. Это Юрий Спасококотский и Юлия Спасококотская. И Саша Спасококотский! Да, и Саша Спасококотский. И сегодня мы покажем вам одно очень интересное упражнение. Упражнение! Совершенно верно. Сегодня будем выполнять очень интересное и эффективное упражнение для ягодичных ног. Сейчас мы вам покажем. Толчок пяткой вверх с дополнительным отягощением в тренажере Смита, стоя в очень интересной позе. Чтобы выполнить это упражнение, вам понадобится следующее оборудование. Это машина Смита. И если ход грифа в машине Смита ограничен вот такой высотой, девушке будет неудобно выполнять упражнение, стоя на полу. Поэтому понадобится подставка. Это широкая скамейка. Мне больше нравится степлоформа с ковриком. Это упражнение поможет проработать верх ягодиц, участок мышцы, который отвечает за высоту и крутизну прелестных женских выпуклостей. По методике Юрия Спаса-Кукотского для девушек нужно выполнять упражнение не чаще 1-2 раз в неделю, концентрируясь на увеличении рабочего веса и работе целевой мышцы. При выполнении упражнения концентрируйтесь на сокращении именно ягодичной мышцы. Держите спину ровно и не опускайте голову вниз. Вы можете плохо чувствовать целевую мышцу, если никогда не делали это упражнение раньше. Это один из вариантов нормы. Наберитесь терпения и старайтесь почувствовать сокращение ягодичной мышцы. Со временем у вас все обязательно получится. При движении вверх выполняем выдох, при движении вниз вдыхаем. Поначалу на первых 2-3 тренировках можете выполнять упражнение по 15 повторений с легким весом, чтобы не получить травму. Но в дальнейшем это может наоборот повредить вашим результатам. Обычно фитнес-тренеры рекомендуют клиентам постоянно выполнять по 3 сета по 12-15 повторений с отдыхом 1 минуту между сетами. Такая схема почти всегда оказывается бесполезной, и девушки продолжают ходить с плоскими и дряблыми ягодицами, не понимая, в чем же дело. Количество сетов, повторений, частота тренировок, амплитуда движения, рабочий вес – все это имеет решающее значение и подбираются для каждой девушки индивидуально. Для меня это делает мой муж и тренер Юрий Спаса-Кукотский. А сейчас мы прощаемся с вами, друзья. И пожелаем нашим зрителям отличной накачки в ягодичных мышцах. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, следите за нашим семейным фитнес-блогом. Мальчики и девочки, пока! Пока! Такого количества отзывов девушек, которые тренировались, правильно питались и преобразили свое тело, получив фантастические результаты, больше нет ни у кого и нигде. Результаты получены в результате тренировок по интернету с Юрием Спасококотским. Представлены они в формате фото до и после, а многие и в видеоформате. По ссылке в описании к видео вы можете перейти в раздел отзывов. Ведь все меньше времени остается, чтобы успеть прийти в хорошую форму вовремя. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Оу. Из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что? Что надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь все, что я сказал. Тебе нужен тренер, тебе нужен точно тренер нужен. Только он может дать отпор только твоей линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Плачешь. Тебе нужен тренер.